Привет, меня зовут Соня, я архитектор и иллюстратор. Моя работа напрямую связана с созданием концепций жилых и общественных пространств. При разработке первичных идей и коммуникации внутри команды и заказчиками я предпочитаю использовать ручную графику. В этом мне оказалась очень полезной программа Procreate. С помощью нее я могу продемонстрировать свой личный почерк, создавая концептуальные иллюстрации. Это стало отличительной особенностью в подходе к работе в нашей студии. Procreate подходит только для быстрых скетчей? Вот и нет. Это одна из самых быстро развивающихся графических программ, сочетающих в себе и функции фотошопа, и удобнейшую рабочую плоскость для рисования. А это значит, что вариативность ее использования практически безгранична. Все зависит только от желаемого результата и навыков работы в программе. С последним я вам с удовольствием помогу. При создании обучающих видео я специально делала акцент на разнообразном использовании программы. В ходе курса мы с вами совместно выполним иллюстрации и в коллажном стиле, и в художественном, а также научимся выполнять сложное построение без использования сторонних программ. Procreate обладает понятным интерфейсом и обширным функционалом. Ежегодно выходит обновление, совершенствующее программу и меняющее представление о работе на планшетах. На курсе «Интерьерный скетчинг Procreate» я познакомлю вас с программой и поделюсь своим видением интерьерной графики. Курс включает 11 практических уроков и 12 лекционных теоретических блоков, после прохождения которых ваше портфолио пополнится 5 свежими работами и линейной анимацией. А главное, вы приобретете полезный профессиональный инструмент. До встречи на курсе. Пока!